Консервация начинается с завтрашнего дня. Первый фонтан, который мы будем консервировать, это на Крымской улице, поселок Котовского. В дальнейшем, по планам, у нас это остальные фонтаны, которые находятся в отдаленности от центра города. Ну и окончательно, к концу этого следующего месяца, мы закончим консервацию фонтанов. Это в центре города. По технологии консервации фонтанов это сложная технология, потому что вначале, возьмем, к примеру, тот же театральный фонтан, который большой, мы консервируем все насосы. Частично идет демонтаж насосов. Те насосы, которые требуются ремонт, мы их сдаем в ремонт, чтобы подготовиться к весне. Но консервация – это сложный процесс, снимаются все форсунки, и фонтан остается, как говорится, голый, будем так говорить. Убираются все форсунки, чтобы не было вандализма. А весной это все по новой восстанавливается. Поэтому процесс сложный, занимает определенное время. Такие большие фонтаны, как та же театральная, это парк Шевченко, от, ну, будем говорить, максимально 4-5 дней, минимально один день. В зависимости от количества форсунок и от тех двигателей, которые находятся в помещении фонтана.